10 лет в Ульяновске работает музей Аркадия Александровича Пластова, народного художника СССР, уроженца Корсунского района. В свой юбилейный день рождения музей представил выставку «Волжский художник Пузыревский» к 160-летию со дня рождения. Павел Пузыревский был учителем известного симбирского художника Дмитрия Архангельского, который, в свою очередь, обучал художественному мастерству Аркадия Пластова. Так все временные судьбоносные ниточки, которые ведут к народному художнику, сошлись в музее на новой выставке. Также благодаря Пузыревскому была налажена художественная жизнь в Симбирске. Он стоял у истоков регулярной выставочной деятельности в городе на рубеже 19-20 веков. Выпускник Императорской академии художеств, ученик Клотта и Чистякова, привнес академические ценности в развитие художественного образования в Симбирск. В Симбирске в конце XIX века, к сожалению, не было художественной школы, не было учебных заведений, которые готовили бы учителей графических искусств и рисования. В экспозиции более 30 живописных и графических работ мастера из коллекции Ульяновского областного художественного музея, Государственного архива Ульяновской области и Ленинского мемориала. Ленинский мемориал для выставки предоставил из своей коллекции, а именно из коллекции личного фонда Дмитрия Ивановича Архангельского, открытки, которые были изданы по результатам знаменитой Гончаровской выставки, экспонировавшейся в Симбирске и в Санкт-Петербурге. Открытки, изданы в 1912 году, демонстрируют полотна, которые экспонировались на выставке. Некоторые полотна уже утрачены, и только именно по этим открыткам мы можем узнать, какими были работы, представлены на этой выставке. Павел Пузыревский часто обращался к волжским пейзажам. Художник умел просто и очень реалистично передать жизнь природы, слившейся с человеческой жизнью. Карандашные пейзажные эскизы из блокнотов художника поражают умением Пузыревского работать с тенью и светом. Уникальные работы можно будет увидеть до 20 января 2021 года с учетом ограниченного доступа посетителей в музей. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.